Молебен в поддержку азербайджанской армии, которая сегодня героически освобождает оккупированные Арменией территории, прошел в Баку в синагоге горских евреев. Азербайджан всегда был и остается толерантной страной, где в мире и дружбе проживают множество народов, отметили участники церемонии. Я как депутат от общины горских евреев заявляю, что мы, так как и весь азербайджанский народ, готовы в любое время, каждый по своему направлению, выступить в защиту своей Родины. Мы прекрасно знаем, каково положение. Мы знаем, что Нагорный Карабах – это неотделимая часть Азербайджана. И исторически всегда это было. Депутат добавил, что если руководство Армении беспокоится о будущем своего народа, то им необходимо приложить все усилия для разрешения конфликта. Как можно быстрее разум людей подсказал им и остановить эту войну, остановив, передать всю территорию. Поэтапно, как сказал наш уважаемый президент, совместное проживание, и очень интересно было сказано, что армяне Нагорного Карабаха будут еще лучше жить, чем они жили. В ходе молебна горские евреи пожелали скорейшего освобождения азербайджанских территорий от оккупации вооруженных сил Армении. Евреи много веков назад обосновались в Азербайджане. Азербайджанский народ всегда защищает нас от бед. Поэтому мы всегда находимся рядом с Азербайджаном, как в радостные дни, так и в тяжелые моменты. Горские евреи Азербайджана все как один готовы встать на защиту своей родины, как это было в период Первой Карабахской войны. Ярким примером героизма является национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов. Равшан Ильясов, Наиб Гаджиев, CBC.